Здравствуйте. Пришли колбы долгожданные для пиззи разного объема. И я их сейчас вот вам покажу. Значит, первое это 0,5 литра. Ну вот я поставил пиззи на нее, да. У нее вес 0,506 килограмма, то есть 500 грамм. При этом производитель заявляет вес 0,6 килограмма. Но они с запасом, наверное, с учетом там, что воздух. Вот такая. Следующая колба 1,1 литра. Ее вес 0,96, производитель заявляет вес 1,1 кг. Они все на 15 лет гарантия, все отгановские. Вот следующая колба 1,5 литра. Ее вес 1,128, производитель заявляет вес 1,2. Вот такая. И еще 2-литровая колба. Ее вес 1,412, производитель заявляет 1,5. Вот. А вес самой пиззи 0,138, поэтому можете их посчитать. Вы сами выбираете, что вам нужно. Они в наличии есть, немного, но есть. Там какое-то количество есть, какой-то объем есть много, какой-то объем есть немного. Поэтому покупайте. Пизи нет. Беда. Но пизи у нас будут в течение весны. Так что мы теперь готовы обеспечить вас полностью всеми этими дозаправщиками. На мой взгляд, очень удобно. Пока все.